Жители Земли в эти дни могут наблюдать весьма зрелищное явление. В августе наша планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Татла. Сама комета приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через ее хвост Земля проходит ежегодно. Называется метеорный поток поясом Персеиды, потому что летящие звезды возникают в районе созвездия Персея. Именно этот звездопад считается одним из самых зрелищных. Чтобы хорошо рассмотреть метеоры, нужно отправляться подальше от искусственных источников света. В Кавказском заповеднике одно из самых доступных таких мест – Бзерпинский карниз. За космическим явлением туристы следили в компании профессионального астронома. Данная акция проводится с Кавказским заповедником уже второй раз. В первый раз оно прошло на ура, и я думаю, что нынче тоже всем понравится. Я думаю, что эта традиция будет теперь уже ежегодной. Под открытым небом все туристы могли послушать лекцию о галактиках, а после рассмотреть через профессиональный телескоп Луну, Сатурн и Юпитер и скопления звезд. Время, чтобы понаблюдать за метеорным потоком, еще есть прохождение через шлейф от кометы Свифта-Татла. Земля завершит 20 августа.